С 12 июля по всей Латвии проходит специальная акция 12-го праздника песни и танца школьной молодежи «Саулесвия», в рамках которой организаторы посещают и документируют выступления музыкальных и танцевальных коллективов из 43 самоуправлений. 19 июля праздничная делегация прибыла в Даугавпилс, чтобы заснять мини-концерты в разных частях города, а также вручить подарки и грамоты для творческих групп учебных учреждений. Акция «Саулесвия» является одним из альтернативных мероприятий масштабного 12-го праздника песни и танца школьной молодежи, который, к сожалению, не смог состояться в привычном формате ни в прошлом, ни в этом году. Ребята не смогли принять участие в праздничном шествии по улицам Риги и выступить на большой эстраде в Межапарке. Однако это не помешало им создать целую серию клипов с традиционными песнями и танцами, фотографии, а также модные показы. Чтобы поддержать школьную молодежь, было принято решение о проведении вселатвийской акции «Саулесвия». Важным связующим элементом всех праздников песни и танца является шествие участников по улице Бривибас в Риге. По ней вместе, по сути, двигается вся Латвия. И в этом году, учитывая нашу ситуацию, получается, что мы изменили направление. Улица Бривибас как бы растянулась на всю страну. А мы, олицетворяя эту главную улицу, приехали в каждый регион, в каждый крупный город, в каждое самоуправление, в надежде встретить своих юных певцов и танцоров. То есть всех тех детей, кто усердно готовился к празднику. Я очень надеюсь, что подобная акция больше не повторится, и мы сможем в полную силу отпраздновать в 2025 году, встретившись все вместе в Риге. А эти поездки останутся задокументированным свидетельством непростых лет истории того, кто мы есть и что любим. В Даугавпилсе выступления состоялись у знака «Чайка» на Рижском шоссе, у Николаевских ворот в Даугавпилской крепости и в парке Дубровина. В центре города коллективы организаторов акции приветствовали представители управления образования и первый заместитель председателя Даугавпилской думы Алексей Васильев. Он подчеркнул важность древних традиций для сохранения живой культуры, а также глубокую вовлеченность творческой молодежи Даугавпилса в движение праздников песни и танца. Каждый из коллективов получил памятные подарки, а город – персонализированный праздничный плакат. Организаторы акции отметили, что подобным вовлечением поддерживается интерес творческих групп к развитию в сфере народной музыки и танцев, ведь без постоянной практики коллективы попросту перестают существовать. Познакомиться с материалами данной акции и фильмом-альманахом о поездке по всем регионам Латвии можно будет на портале natsgavile.lv и канале праздника песни и танца школьной молодежи в YouTube. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.